Алина Углицкая, Валентина Езерская. Полный трендец или Феникса вызывали? Живешь себе спокойно, никого не трогаешь, почитываешь любовное фэнтези, и в один прекрасный или не очень день оказываешься посреди пепелища, в перьях да в саже, а вокруг стоят пять мужиков и смотрят на тебя с интересом — эльф, дроу, асур, дракон и этот э, с хвостом вместо ног. А потом оказывается, что ты вечный феникс и сердце мира. Ждет тебя дальняя дорога и казенный дом. И вообще, ты суженая одного вредного принца. Только какого и за что мне это, неизвестно». Вот с этой минуты для меня и начался полный трендец. Первая книга. Пролог. А все начиналось как в сказке. По крайней мере, мне бы хотелось так думать. Я, такая счастливая, в белом платье, с фатой до пят. Он в черном смокинге с алмазными запонками, Хотя, какими алмазными? Так только в книжках бывает, в тех, которые я читаю. Там все мужчины красавцы, принцы или герцоги на худой конец. И обязательно со второй постасью. Даже не знаю, что эротичнее, дракон или наг, эльф или дроу. И кого бы я выбрала, если бы выбор был? «У Сольцева», Опять замечталась? Вернитесь на грешную землю. У нас тут теория драмы. Или вы знаете этот предмет лучше меня? Вздрагиваю, поднимаю растерянный взгляд. Аудитория взрывается смехом, а я трясущимися руками заталкиваю книгу под парту. Позвольте. Акулина Захаровна, в простонародье акула, стоит надо мной, грузная, уже не молодая, с идиотскими кудряшками на выкрашенных в рыжий цвет волосах. Ее тонкие губы сжаты в полоску. Взгляд из-под толстых стекол очков полон вселенского неодобрения. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, она в момент выхватывает из моих рук улику. «Так-так, посмотрим, чем вы занимаетесь на лекциях, студентка Усольцева», я краснею. Хочется залезть под парту и стать невидимкой. Потому что на обложке книги красуется обнаженный мужской торс с аппетитными кубиками. А ярко-алая надпись гласит «Ночь с драконом». Акула тоже увидела надпись. И торс, конечно. Куда без него. Сначала ее глаза округляются, Потом брови лезут на лоб. Держа книгу двумя пальцами, словно это кусок использованной туалетной бумаги, она поднимает ее на уровень глаз. У Сольцева, что это такое? Произносит почти по слогам. Фэнтези? Я обреченно вздыхаю. Какое еще фэнтези? Голос акулы переходит в шипение. Любовные. Смиренно опускаю глаза. В аудитории уже не смеются. Часть сокурсниц корчится в муках, часть стонет, вытирая слезы. Я обвожу их глазами. Они все знают мою нездоровую страсть к любовному фэнтези. Чего уж скрывать. Хм. «Мечтаете о драконе, студентка Усольцева?» Акула, небрежно листая роман, озвучивает мои мысли. «Обычные парни уже не устраивают». «Они ее не удовлетворяют», — ржет Денис Селиванов с верхнего ряда. «Вот идиот». Внутри вскипает обида. «Чтоб я еще раз дала ему конспект списать. Пусть ищет другую дуру». От ярости щуки наливаются жаром. Хочется встать и треснуть его хорошенько. Этой же книгой. Но он на две головы выше меня, ходит в качалку, занимается боксом. Нет, лучше перетерплю. Да еще подружка его, Ирка Самсонова, очень ревнивая. Вдруг решит, что я таким образом оказываю ему знаки внимания. Придет ко мне отношения выяснять. А я девушка скромная, женским драком необученная, «Зачем мне лишние хлопоты?» Пока я думаю, Акула поднимает на Дениса внимательный взгляд. «А вы пробовали, студент Селиванов?» «Чё?» Его голос меняется. Теперь он полон искреннего недоумения. «Чё я должен попробовать?» «Удовлетворить студентку Усольцеву, раз уж драконы у нас не водятся». Теперь уже у него глаза полезли на лоб. Взгляд офигевшего деса прикипает ко мне. Кто? Я? С ней? Ну вот, началось. Опять смиренно вздыхаю. Ковырею носком кроссовки старый линолеум. Кажется, ремонт здесь не делали лет и так с двадцать. Да, я лучше с, с. с. с грибковой, чем с этой тыквой. Вот козел бедная Грибкова. Кидаю на нее сочувственный взгляд. Наша тихоня в очках и веснушках сидит в уголке, вся красная от стыда. Жалость пытаясь стать незаметнее. Только все бесполезно. Теперь ей Самсонова жизни не даст. А Селиванов никак не заткнется. Видно, акула задела его за живое. Она же того, чокнутая, совсем на своих книжках тютю. -тю. «Странно». Захлопнув книгу, акула убирает ее под мышку. «На ваших конспектах это не отразилось». Потом добавляет, глядя уже на меня. «Садитесь, Усольцева, и прекратите мечтать в учебное время. Драконов здесь нет, так что лучше займитесь работой». Звонок раздается через десять минут. Слава богу, отмучилась. Последняя пара, да еще пятница. Впереди выходные. Отдохну и как раз дочитаю книжку про нагов. Купила ее по подписке и три месяца ждала, пока автор закончит. А сегодня с утра пришло радостное оповещение. Я вообще-то люблю в бумаге читать, но в нашем городке нет книжных магазинов а через интернет выписывать дорого. Хорошо, что живу в эпоху, когда можно купить электронную книгу. Да еще родители на выходные в село к бабушке свалили. Так что никто не будет мешать. Дочитаю да и про нагов, и про эльфов, и про оборотней. И, кажется, у одного из моих любимых авторов появилась новинка. А вот про драконов придется забыть. Я не рискнула подойти к Акуле за книжкой, особенно когда поняла, что она убрала ее к себе в сумку вместе с методичкой. Надеюсь, никто не заметил мой голодный взгляд и пылающие от стыда щеки. Боюсь представить, что будет, когда акула прочтет эту книгу. Обдумывая незавидное будущее, добираюсь до дома. Автобусы в нашу сторону не ходят, так что за время пути успеваю хорошенько продрогнуть. На улице довольно прохладно. С тоской кутаюсь в ветровку и думаю, что придется печку топить. Не люблю я это дело. Обычно отец топит, но сегодня придется самой. Городок у нас маленький, хоть и областной центр, состоит из частных кварталов. Газ есть у всех, но он дорогой — вот люди и спасаются от холода, кто чем может. В основном дровами или углем. Разуваюсь в прихожей, бросаю на тумбочку сумку и куртку. В доме сыро и холодно, как я и предполагала. А время уже шесть вечера. В октябре у нас быстро темнеет. Если не хочу ползать в сарае по темноте, придется сейчас за дровами идти и отложить на потом мысли о вкусных голубцах, оставленных мамой в холодильнике. Развернувшись к двери, невольно бросаю взгляд в овальное зеркало. Лучше туда не смотреть. Белобрысая розовощекая девица двадцати лет. Брови белесые, ресницы белесые, кожа будто распаренная, да еще светлые голубые глаза. Одна радость, что черты правильные и сложение досталось хорошее. Только из-за моей страсти к маминым пирожкам этого почти не видно. Да, знаю, надо спортом заняться. Только все лень. И вообще, если кто-то меня полюбит, то пускай любит такой, какая я есть. Недовольно кряхтя пробираюсь в сарай, набираю охапку дров. Они еще сыроватые, с первого раза вряд ли займутся. Прихватываю по пути бутылку керосина. Ага, такой вот лайфхак. Дровишки польешь керосинчиком, они лучше горят. На кухне вываливаю дрова, складываю в плиту домиком поверх уже лежащего мусора. Это тоже лайфхак такой. Все, что горит, в печку бросать. Экономия, мать ее. Сверху лью керосин. И на этой прелестной ноте у меня урчит в животе. Вспоминаю, что с утра не крошки во рту. Вряд ли съеденный в торопиях худук можно назвать едой. Ставлю бутылку, иду к холодильнику. В это время в кармане звенит. Одной рукой открываю холодильник и достаю кастрюлю с голубцами. Второй держу телефон. Алло, Дотя, ты дома? В трубке звучит беспокойный голос моей родительницы. Да, мам. Ставлю кастрюлю на стол, запихиваю в рот холодный голубец. Холодно. Как себе, выдавливаю с набитым ртом. Так ты это, печь растопи, только смотри там аккуратнее. Отец в сарае бензин оставил, не перепутай. Угу. Первый голубец холодный, но приятной массой опустился в желудок. Принимаю за второй. Мама прощается, не забыв оставить напоследок кучу ценных указаний. Ну это же мама. Передаю привет отцу и бабуле возвращаю телефон обратно в карман. Первый голод уже утолен, так что пора позаботиться о внешнем комфорте. Иначе спать мне сегодня в неотопленном доме. Сажусь на курточке рядом с плитой, чиркаю спичкой, подношу к мусору под дровами крошечный огонек. Взрыв, клубы огня вырываются из тупки прямо в лицо. Не успеваю отпрянуть. Жара палеет так, что кричу, инстинктивно хватаюсь за щеки руками. Господи, кажется, меня обожгло. Боль. Нестерпимая боль опалеет меня кипятком. А потом еще один взрыв. Перед глазами возникает жар птицы с перьями из огня. От нее во все стороны сыплются искры, хвост и крылья полыхают багрянцем. Один мой вздох, и она ударяет меня прямо в грудь, проникает внутрь с адской болью, заполняет все тело. Меня подбросило в воздух до самого потолка, швырнуло на пол. Я еще успела подумать о несъеденных голубцах и недочитанных книгах, и о том, что я, видимо, перепутала бензин с керосином. Последняя мысль — какая нелепая смерть. А потом меня унесло в золотистое алое марево.